Здравствуйте. Так, мы спускаемся на лифте. После предыдущего уровня мы почему-то потеряли все оружие. Но, тем не менее, с нами верный пистолет. И это все, что нам нужно. Чтобы добыть не менее верный дробовик. Точнее, оба дробовика. Так что мы используемся обычным. Чтобы уничтожить ребят вот здесь. Пинки переложим, конечно, более удобную силу. И вот здесь мы сможем найти рюкзак. Того манкубуса мы пока время тратить не будем. Заберем здесь всю картечь. И двинем в этом направлении. Убьем вот этого паренька. Зайдем сюда. Хочу пробежать поближе к манкубусу, чтобы поздороваться. Подождем, пока крокодемоны подойдут сюда. Тем временем мы зачистим комнату вот здесь немножко. Не скучковались более-менее. И будет удобнее убивать. И двигаемся дальше. Здесь за углами прячутся импы. И, о, посмотрим, кто выиграет. Какая неожиданность. Так, тоже имп. Хелла, это попробуем стрелять с паучком. У нас это успешно получается. Паучок почему-то не атакует Хеллайта. Ну да ладно. Далее здесь ревенант. Ничего страшного. Ой, я во что-то уперся, кажется. Это со мной бывает. Заходим сюда. Здесь мы получаем ракетницу. И также сможем получить синий ключ. Но это засада. Не такая страшная, но все же. Это ракета назойливая. Иди. И еще. Видите эту панель? Красненьким светится. А здесь есть такая же, только она не светится красненьким. Это может значить только то, что вот это вот переключатель, который нам дает доступ к синей сфере вот здесь. И здесь в любом случае появляется кучка монстров. Которые идут туда же, откуда пришли. А мы пойдем за другим ключом. Так. Где манкубус? Ты сюда, что ли, зашел? Да. Потеряшка. Хотя, надо было его оставить, наверное, но ладно. Думаю, без него справимся. Здесь похожая местность. С крокодемонами, двумя импами. И, разумеется, с манкубом. Я получаю слишком много урона здесь. Нет особого резона получать так много люлей. Да ладно.
заходим в эту дверь. Вот здесь. А, значит, не здесь. Вот здесь вот имп. Мы встречаем парочку Пинки и Барона. Барона мы пока не трогаем. Пускай живет. Пока здесь возьмем все вкусняхи. Нажмем переключатель. Появится куча импов и паук. Паука мы встраиваем с Бароном. Отлично. Можно пройду? Спасибо. Эх, как я не помогал паучку. Он все равно склеился раньше барона. Ну да ладно. Все, у нас есть последний нужный нам ключ. И мы можем идти к выходу. Разумеется, тут есть некое подобие препятствий. Но мы их успешно преодолели. Ну, на выходе нас, разумеется, будут встречать. Причем не только эти ребята, но еще и вот эти вот. Это та причина, по которой я подумал оставить Манкубуса, после того, как его убил, конечно. Но мы и так справимся. Достаточно. Так, ну и теперь ставим оба ключа сюда, и из этих шкафчиков появятся ревенанты. И все. И первый раз, когда я здесь играл, я подумал, где же выход, рычаг и так далее. А потом я понял, что вот эта вот лестница, да и лампочки вот здесь подсказывают, что надо двигаться наверх. И мы это и делаем. Уровень закончен. Уровень на самом деле... интересный достаточно. С визуальной точки зрения ничего особенного. С претензией на симметрию, но... немножко все не так симметрично, как могло бы быть. Ну и в принципе здесь довольно интересные бои. Да и в конце концов это всего лишь второй уровень. Следующие более интересны, чем начальные. Так что да. Оставайтесь на связи. Спасибо за просмотр. И всего доброго!